Оно ведь не заползет? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть Five Nights at Freddy's Security Breach. Это 9-я часть, да, по-моему, по счету. Народ, прежде чем мы продолжим, я бы хотел обратить ваше внимание, что доступна для вас кнопка спонсорства. Вы можете стать спонсорами канала, если вы того желаете. Для вас будут маленькие эксклюзивные штучечки, плюшечки. Вот сейчас, например, запустил голосование, где можно выбрать прохождение, которое я стартану специально для спонсоров. To the Moon, Imposter Factory или Deltarune. В общем, становитесь спонсором, если вы хотите. Это не обязательно, но просто если хотите, становитесь. Вот, это поможет мне развивать дальше канал. Спасибо всем большое, продолжаем играть. И у нас с вами проблема. Дело в том, что Фредди похищен этим чуваком, Луной. Луной, сыном Солнца. Son of a Moon. Вот кто он. Психанутая Луна, короче. Ну сюда мы правильно идем? Да, мы, кажется, правильно идем. Ибо нам больше некуда идти. Давайте зарядим наш фонарик. Короче, эта тварь будет нас преследовать всю игру, как и Ванесса. Как и все остальные аниматроники. Но, по крайней мере, вот Луну я больше всего опасаюсь. От нее непонятно, что ожидать. Что от нее можно ожидать? Да все что угодно. Во-первых, погодите. Фредди, здесь что-то есть. Зачем я говорю это Фредди? Мы же знаем, что с Фредди что-то не так. Хорошо, оно реагирует. Оно реагирует на свет. Это значит, что мы можем... Видите? 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 Можем ли мы забраться? А! Блинушки! Я почему-то подумал, что эта тварь как манекены из игры Little Nightmares 2. Когда на них светишь, они перестают работать. Только здесь наоборот. Ты светишь, они начинают работать. И думаю, что в темноте они просто стоят, а он нет. Он идет и видит. Что у нас, кстати, с фонариком? Как у нас с ним... А, вот, ну да, все-таки надо подзарядить. Правильно сделали, что подзарядили. Так. Блин. Неожиданно было. Неожиданно, но приятно. Значит, нужно будет как-то грамотно обойти его. Давайте просто будем ползти. Вот оно. Оно смотрит на нас. Все, короче, просто... Оно идет только когда мы не смотрим на него. Нам нужно всегда на него смотреть и при этом не светить фонариком. Ну-ка. Да! Я понял. А это единственное здесь? Я же видел его через стекло еще. Такого же точно. Он патрулирует. Погодите. Шахта. Пойдемте в шахту. Здесь никак не пройти, да? Ладно. Что? О, мне показалось, я видел руку. Оно ведь не заползет? Ой, блин! Черт! Как я испугался! Как я не ожидал! Как я думал, что это та тварь ползет. Если бы я просто знал, что это маленький жучок, я бы вообще не испугался. Все, иди. Все, иди. Ну, именно из-за того, что я ждал именно ту тварь, я так испугался. Все, кажется, мы спасены, все хорошо. Ой, блин, неприятно это было. Неприятный момент. Эпизод такой себе. Очень неприятный. Я уже сказал, что неприятный. Что означает вот этот видос, где маленький мишка идет среди огромных ног? Непонятно. Погоди, не открывайся, рано еще. Я еще не собираюсь идти сюда. Стой. Не торопи события, игра. Давайте заберем вот это. Кстати, некоторые из вас пишут, что, возможно, коллекционки будут влиять на концовку. Типа, тут их две или несколько. Отчет службы безопасности. Кто-то каким-то образом смог взломать витрину в комплексе Рок-звезды. Рок-звезд и украсть прототипы заводных игрушек музыкант. Витрина была разбита и весь пол усеян осколками, но при том никаких следов взлома на двери не было. Больше ничего не пропало. Я не знаю, как им удалось проникнуть в здание, и на записях с камер наблюдения тоже ничего нет. Что же мне делать? Вызвать полицию и сообщить об ограблении? Ванесса. Ванесса? Это кролик Ванесса? Все, больше сообщений нету новых. Это кролик Ванесса. Что если эта девушка, которая, мы подумали, что она добрая, охранница?
Что если она переодевается в Ванесса? Что если она сумасшедшая? Взять пропуск в помещение со склада. Игрушки Луны. Это плохо. Так, это просто нам про сообщение, да, выскочили уведомления. Что это за запчасти какие-то? Здесь Луна какой-то добрый. Хотя мы знаем, на что он способен. Мы знаем, на что ты способен. Ну, блядь. Вот. Это она пытается внушить, что эта штука добрая и вообще не страшная. Дети могут не бояться, да? Ну, конечно. Эта стена только что сдвинулась. Тихо. Тихо. Палимся. Ага, если что, мы можем сюда, под конвейер залезть. А чё он идёт? Я же на него не смотрю. То есть, ему важно, чтобы я не смотрел на него вообще никак. Точнее, если я смотрю ему в глаза, он не идет. По идее. Их здесь слишком много. Нам нужно нажать вот эту кнопочку. А, видите? Если вы отворачиваетесь, они на вас бегут. Стоп. А мы будем смотреть. Понятно. Мы ничего не упустили в этой комнате? Вроде нет. А назад-то как смотреть? Тихо. Блин, я чувствую себя... Это круто. Это страшно, пипец. Так, думай! О май гад! О! Тихо! Так, кнопочка. Все, не смотрит на меня уже. А кто еще здесь? О! Сюда. Куда? Сюда. Не мешай. Блин, как быстро не подходит. Я слышу, как они идут. А! Блин, со всех сторон, кажется, идут. А! Может быть, забраться как-то? Повыше. Повыше. Повыше! Давай. Есть. Я слышу их повсюду, они тут ходят. Оп! Ой. Кажется, я в ловушке. Нет! Нет, я... А, стоп. Все, все, все окей. Кнопка! Кнопка, жмись! А! Что открылось? А! Спрятаться! Хорошо. А! Здесь есть камеры? Да, здесь есть камеры. Куда же нам открылось-то? Вот мы сидим прямо здесь. Да, хорошо. Что мы открыли? Только не говорите мне, что мы открыли что-то вот тут вот. Или нет? Не, ну кнопку мы нажали, все правильно. Вот они ходят. Погодите, что значит вот это? Ага, это значит прям... Хрен знает что. Мальчик сидит, смотрит вот сюда. А если смотреть вот на эту камеру? Это означает, что здесь шум происходит. Мы сейчас тут кого-то можем увидеть, да. Мол, тут ходит рядом. Рядом со мной ходит все еще. Что-то не совсем понимаю, куда мне идти. Смотрите, вот они уходят. Ага.
Ага, давайте. Давайте дождемся, пока он пойдет. Выползай. Выползай, выползай, выползай. Какого хрена? Куда мне идти? Какую я дверь открыл? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот для чего нужно? Блин. Чё-то я совсем запутался. Хорошо, давайте попробуем здесь подождем. Все, пусть он уйдет туда. Их там двое уже, кстати. Таким образом мы сможем как-то пройти. Как я отсюда ползал уже? Уже ж был. А, вот все, хорошо. Стоп. Топ. Это дверь. Она не открывается. Открывается! Все, я вот, кажется, нашел путь. Фух. Короче, я понял, что фонарь для них вообще пофигу. Здесь дело не в фонаре вовсе. Кошмарная игрушка. Или в фонаре. Нет, смотрите, видишь, могу светить. Вообще могу светить как хочу. Главное не спускать. Не спускать с него глаз. Но для чего эта кошмарная игрушка нужна? На конвейер, может быть, ее поставить надо? Телек? А, не дергайся. Давайте попробуем на конвейер встать. Хорошо, давайте под конвейер спрячемся. Пусть он уйдет отсюда. Уходи, уходи, уходи. Все, я на тебя не смотрю даже. Все. Все. Теперь внимательно смотреть. Вот здесь какие-то царапины. Он видел меня. Так, давайте просто обойдем. Давайте просто обойдем, не будем испытывать судьбу. Теперь еще раз надо его выпустить отсюда. Или нам вообще отсюда надо уйти? Хорошо, выходим из этой комнаты. Невозможно здесь сидеть уже. Сюда. Опа. Или вот сюда. Погодите, я вот сюда не ходил. Главное не... О, блинушки. Главное смотреть по всем сторонам. Вот еще одна кнопка. Оп, все живы. А, все, они меня видят. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Эта дверь не открывается. Мне, кстати, очень срочно нужно зарядить мой фонарик. Это комната охраны. Где-то здесь должен быть очередной пропуск. О, мне не нравится здесь. О, мне не нравится здесь. Ой, я в ловушке. Прежде чем мы что-то сделаем, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Куда да можно спрятаться, если что? Ну-ка. Может, сможем сюда залезть? Хрен. Ладно. Берем пропуск. Это ловушка, блин. Я знаю, что это ловушка. Забирай пропуск. Пропуска позволяют открывать
пронумерованные... Окей, это хорошо. У нас получается какой допуск теперь? Стоп! И все? Вот так со мной поступит игра? Придется все заново теперь делать? Пришлось весь этот эпизод заново проходить. И пройду его еще раз. В общем, я снова здесь. Под стол мы залезть, конечно же, не можем. Мы можем только сразу отбежать к стене, вот куда-то сюда, например. Как только возьмем бэдж. И тогда, когда мы отбежим сюда, дверь откроется, судя по всему. И откроется та дверь. Надеюсь, в этот раз все сработает. Я уже который раз прохожу этот эпизод. Бесит. Так. Что? Получен? Все, получен. Получен! Тихо! Тихо! Тихо, не стоит... Не стоит этого делать. Не... Понятно? Не стоит. Мы не стоим на месте. Мы идем. А куда мы идем? Сюда, видимо. Окей. Пожалуйста. Есть! Нет! Они зашли. Вот умные гады. Все. Ух. А теперь появится этот робот. Фигнюшка, идет за мной. Все, мы успеем, мы успеем, мы успеем. А. Я правильно понимаю, что нам ведь нужно назад? Да, 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 нам правильно, мы должны идти назад. Пожалуйста, не убивай. Спасибо. Я все еще слышу, как кто-то ходит. Все эти скелеты ходят. Сохранялочка, пожалуйста! Ты издевка? Где сохранялка-то? Так, это просто для фонаря! Стоп, сейчас будет какая-то катсцена. Что-то будет. Какая-то жопа. Либо это просто карта прогрузилась. Наверное, скорее всего. Идем. Кто? Есть! О, какой долгий эпизод! Отлично! Все, теперь мы можем пройти вот сюда. Есть! Вернуться в отдел запчастей и обслуживания. Я не так давно нашла его и заперла в бюро находок. Отличные новости. Его можно вернуть родителям. Нет, нельзя. Оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы фаз все время твердили это имя. Твоим голосом. Грегори, ты меня слышишь? Грегори? Ванесса, все часы фаз говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей обслуживания не натянет твою оболочку на новый эндоскелет. Посиди пока тут, мне нужно найти этого... Ванесса! Не оставляй меня в таком виде! Короче, да, она реально в кролика превращается, походу. Сумасшедшая. Ну, спятила просто эта женщина. Это больная женщина, ребят. Следует идти с пониманием к ней. Грегори, я так рад, что ты жив. Фредди! Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня. Использовать. О-о-о. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите необходимую процедуру. Улучшение силы? Как мне двигать? Чем? Ничего не двигается. Я не могу ничего не нажать. Стоп! Вот только что появилось как-то и исчезло. Какая кривость. Окей, хорошо, улучшение силы. Пойдите в защитный цилиндр, чтобы продолжить. Какой цилиндр защитный? Это где? Какой защитный? Во-первых, давайте сохранимся. Сначала соберем все эти сумки. Что это? Новое сообщение. Улучшение Рокси. Журнал обслуживания. Рокси.
видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. Здесь нельзя сохраниться, к сожалению. Окей, следующее сообщение. Улучшение Монти. Улучшенные лапы Монтгомери позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждения становится слишком высокой. Далее. Улучшение Чики. Не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасные результаты во время живого выступления. Роняющие подносы боты. Хаос, травма у гостей. 12 судебных исков. Испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендуется произвести замену. Окей. Их мы не будем улучшать ни при каких обстоятельствах. А вот фонарик мы зарядим, конечно же. И мы поставили улучшение силы. Нам сказали куда-то войти. Но я не понимаю, куда нам нужно войти. Какую-то защитную капсулу. Защитная капсула, которая хрен знает где находится. Эти двери открываются? Эти двери открываются. Погодите. Что за звуки? Кто-то в вентиляции. А, это я хожу. Боже мой. Вот, сюда надо. Вы видели, там показалось, что требуется какой-то уровень. Фигурка Глэм Рокси. Типа, я не могу здесь пройти, потому что требуется уровень доступа 10. Ну, так, это двери вышибли. Погодите. О, нет. И если на него не смотреть, он что будет делать? Он смотрит на меня? Он следит за мной? Нет. Ему я не нужен, кажется. Так, у нас что-то не то. Что-то не получается пока. Давайте обратно. Нет. К Фредди зайти. Ладно. Что они с тобой сделали? Плановое техобслуживание. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, как выглядит сложно. Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. Будет угрозы. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудников. Выполняется отключение защитных протоколов аниматроника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. У них голос, как, знаете, в Aperture Science. Такой, эх! Все весело, но при этом осторожно, вы умрете. Для успешного подключения головы Фредди правильная последовательность. Нажимая мигающие... Это мой конек, короче. Отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Так. Пи-пи. В этом мне нет равных. Пи-пи-пи. Да в этом... Даже ребенок справится. Good. Отлично. Завершить улучшение. Отличная работа. Фредди полностью исправен и готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Можно ли покинуть его реально? Можно покинуть. Хорошо, завершаем. Завершить. So здесь столько всякой техники. Что-нибудь из этого мне поможет остановить других ботов? Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, фазер-бластер и фаз-камера могут сработать. Где их можно найти? Фазер-бластер можно выиграть в фазер-бласт. Фаз-камеры частенько конфискуют на территории Гольфа Монти. Но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чика раздает билеты именинникам. Загляни в ее зеленую комнату в комплекс «Рок-звезде». Возможно, там. Воспользуйся служебным лифтами в задней части помещения. Они ведут в комплекс рок-звезд. Похоже, что они все отключены, за исключением лифта Рокси. Окей.
Нет сообщений, но есть задание. Использовать служебные лифты, ведущие в комплекс Рок Звезд. А мы можем еще использовать? Нет. К... Фредди? А! Я могу в тебя сесть, наконец-то! Ну, слава богу, хорошо. Эй, нам нужно с вами идти... А мы можем зайти вот сюда? Воу. Туда нам только и нужно. Кстати, жалко, что Фредди не может бежать. Лифт. Опа. Понятно, я должен сам нажать на кнопочку. Отойдите-ка. А на кнопочку-то нажать я не могу, потому что могу только спрятаться. Возможно, потому что Фредди стоит здесь, мне нужно отойти чуть подальше. Так. Оу! Нет, нам сюда не нужно. Ладушки. А, он же сказал, все сломаны, да? Все сломаны, кроме Чики. Фредди, погляди-ка на картинки. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти. Мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытаются меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это идет вразрез с нашей программой. Но я понимаю, о чем он говорит. Что... Нам Чики нужно. Что они-то сами не могут решить. Пора убивать. Этот может сделать только человек. Кто-то... Кто злой. Кто злодей из люка. Этот лифт работает? Погодите, я что-то не понимаю. Какой лифт работает? Мы же зашли к лифту Чики. А может быть, только Фредди может пройти? Не может. Тогда я не понимаю. Хорошо, Монти. Вообще попробуем. Возможно, я что-то упустил, не расслышал. Хрен. Рокси. А, да, только Рокси можно. Окей. Все, прячемся. Сейчас мы, получается, опять вернемся туда, где были эти комнаты. Карта. Угу. Это музыка со сцены. А, мы прямо на сцену, кажется, едем. Музыка прекратилась. Почему? Найти билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. Во-первых, сюда можно войти. И я вижу сюрприз этот. Майка с четырьмя блоками. А, это не то. Э! Где мой фонарик? Почему я не могу его использовать? Ладно, прячемся. Это Рокси. Это ее комната. Нам нужно в комнату Чики. Окей, здесь... Погодите, но если Ванесса нас увидит, это тоже плохо. Монти. Чика. А, нет. Сначала нужно сделать другое что-то. Найти билет в комнате, в зеленой комнате Чики. В зеленой комнате Чики? Не знаю, почему я пошел сюда. Может быть, это все-таки ошибка? Потому что...
Зеленая комната не у Чики. Вот Чика, у нее красная комната. Розовая, не знаю, красная у Фредди, у нее розовая. Я вижу только вот эту зеленую комнату. Что если нам сюда войти? Уровень доступа требуется. Тихо, тихо, тихо. Но! А это что такое? Фредди, это его красная комната. Мы были здесь. Ну-ка, сюда мы можем войти? Или тут тоже нужен доступ, возможно? Да, нужен доступ. Вот в комнату Фредди мы можем только войти. А, мы бы через какие-то задние комнаты можно... Почему мы не можем сохраниться нигде? Через вентиляцию, например, мы можем пройти. А, значит, нам нужно подзарядить фонарик наш. Я что-то не понял насчет сохранялки. Почему так происходит? Что? Кто мне мешает? Фредди пока еще заряжен, поэтому все окей. Давайте вот сюда полезем. Ага, это не туда нам. Нужна зеленая комната. Все, отлично, да, через вентиляцию пройдем. Я просто там побегал за кулисами немножко, понял, что это совсем не то. Я просто хожу кругами, поэтому вот сюда и припер. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! Фу. Фу. Фу, мы здесь. Мы здесь, и что здесь? Есть сумка. Смотрите, что мы нашли? Сообщение. Отчет об ошибках в поведении. Монти снова не явился на шоу на главной сцене. Мы нашли его на том же месте, на мостках над гольф Монти. То, что случилось в прошлом месяце, не должно повториться. Кто-то закатил мяч с первого удара, после чего водопад мячей сбросил Монти вниз. У него были сломаны обе ноги, поэтому отделу запчастей и обслуживания пришлось работать сверхурочно. Что? Погодите, нет. Может быть, нам реально все-таки к Чике нужно? Как нажать? Золотой Фредди где? А, вот стоит. Я думаю, я на автомат нажимаю. Нет, нам, в общем, не сюда. Но дверь открывается, вот эта. Куда здесь? Куда мне был запрещен вход только что? Вот сюда нельзя. Окей. В таком случае давайте выйдем из этой комнаты и попробуем зайти к Чике. Вау, стоять. Оп. Попробуем зайти в эту зеленую комнату Чики. Фредди, ты тут? Сейчас нам предстоит бежать прям. Не-не-не, не раскрывай свое пузо, я пока еще не готов. Давайте пока экономить. Нет, не будем экономить, будем потихонечку продвигаться. Тихо, тихо, тихо. Very good. Это зеленая комната, кстати. Нам дальше. Чуточку дальше. Эта штука за мной не ползет почему-то. Это комната Чики, да? Ну, все. Я здесь. Я тут-то. Вот, смотрите. Я нашел! Отлично сработано. О, черт! Снова луна! Отдавайте билет на вечеринку робота-боту. Работа-боту, чтобы открывать различные области в пиццеплексе. Работа-боту? Скорее найди зарядную станцию. Ты сможешь увидеть их местонахождение на карте. Черт!
Мне надо к Фредди. Где он? А-а-а, летающий. Быстрей, быстрей, быстрей. Есть. А-а-а. Все. Ура! Фредди! Грегори, этот билет на вечеринку особенный. Он позволит тебе прийти на территорию аттракционов Feather Blast или Golf Monte. Однако его можно использовать только раз. Что это? Похоже на... Что? Просто отдай его боту-контроллеру. Они обычно стоят перед аттракционами и собирают билеты. Если у тебя есть билет, бот тебя пропустит. Я отметил оба места на твоей карте. Погоди, а, мы внутри, Фредди! Короче, опять у нас разветвление. Мы можем выбрать либо пойти туда, либо туда. Да, сохранить. Я думаю, отличное место, чтобы закончить. Это был напряженный эпизод и так. Мне нужно перевести дыхание. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Юджин и всем пять.